Как так вышло, что вроде бы такое простое блюдо, как рыба с картофелем, стало одним из национальных в Великобритании? Всем известный fish and chips. Чаще всего для приготовления данного блюда используют треску. Помимо муки и разрыхлителя необходим еще и эль. Картофель режется брусками и жарится до золотистой корочки. Когда-то давно такое блюдо продавалось на улице завернутым в старинный номер английских газет. Еврейские беженцы из Португалии научили готовить рыбу в кляре англичан. А в 1800-х годах оно активно стало появляться в местных забегаловках. Что касается жареных долек картофеля, то изначально традиция жарить их в масле появилась во Франции. В Англии блюдо набирает обороты уже в 19 веке, благодаря небольшим семейным предприятиям, которые продавали еду на улице. Особенно данная пища выручала в военные годы. Fish and chips предназначался в основном для военных, которые могли есть прямо по дороге, в грузовиках.